Сейчас немножечко слов должен сказать один из наших спонсоров. Сейчас будет, никуда не расходитесь, будет не менее интересно. Конечно, конечно, давайте выйдем. У нас нету слайда под это, поэтому мы будем под чип брейк. Я буду выполнять роль рандома в этой лотерее. Давай тогда ты сам расскажешь. Всем привет. Кто сегодня записывался на розыгрыш? Мы разыгрываем сертификаты на индивидуальное обучение в нашей школе, онлайн-школе английского языка. Соответственно, из тех, кто сегодня оставлял свои анкетки, мы будем выбирать сейчас победителей. Два сертификата на два урока и один сертификат на четыре урока. Так, и я так понял, это будет именно случайная жеребьевка. Мы крутим барабан, правильно? И после этого я должен вытянуть случайную бумажку, не смотря. Так, надо как следует покрутить. Ну так, чтобы не улетело, конечно. Теперь, значит, открываем. Я не смотрю. Так, где-то тут счастливая бумажка. Сколько их надо достать? Черт, одну, я четыре выбирал. Данил, по номеру мы, конечно, наберем потом. Можешь набрать? Я пока вторую достану. Давай, покрути. Так, 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 так. Я опять-таки не смотрю и ровно одну бумажку достаю. Светлана из города Санкт-Петербург. Так. Так, все радуемся за Светлану. Мы сейчас будем звонить по телефону всем счастливым победителям и звать сюда. Хоть кто-то да придет. Вот, вот. Заряна. Так, Заряна, звоню Заряне, нужно вытащить еще одну бумажку, потому что Данил, к сожалению, не берет трубку. Данил отказывается брать трубку, следовательно, он выпадает из розыгрыша. Сколько у нас листочков? Да, давайте мы попробуем дозвониться до людей. Следующий блок конкурсов начинается в 9 часов. Напоминаю, что нас ждут тайни интро. Их определенное количество, поэтому предлагаю далеко не расходиться. 25 минут.